Можно начинать. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста, ваша фамилия и имя отчество, пожалуйста. Фамилия Амрогович. Угу. Иван. Угу. Родились где и когда? Когда уродился на Украине. Ага. А когда родились? В Украине, в месте Янов, угу. Тернопольская область. В Польшу приехал в 1945 году. В Польшу приехали. Хорошо. Ян Лизов, да. Скажите, пожалуйста. Мой отец угу. был в первой армии. В первой армии. Ага. В первой армии был в хаубицах угу. артиллерии. Ну, тут ну, работал, учился и скончал студия. Экономист. Угу. Ну, теперь я стою на эмеритуре. Уж 40. Маю дочь и двух внуков. Ага, понятно. Хорошо. Скажите теперь, пожалуйста, когда, вот как для вас началась война? Когда вы о ней узнали? Ну, война. Ну, война, то есть, как бы вам сказать, это сложный, там... Не повинно быть войны. Война, как я распочала, мне 11 лет. 11 лет вам было? Ага. Так, 11 лет. Угу. Ну и трвало это 5 лет. Война была. Да, война 5 лет. Ага. Угу. Ну и это было, ну, был голодный, не было что кушать. Ну что еще? Сказать. Нет, вы скажите, вот вы, война началась. Так. Вот 22 июня 1941 года. Началась война. Где вы были? Кто вам сказал, что началась война? Как узнали о ней? Куда пошли? Как в партизаны попали? Ну, шли, но то сказали, но война началась в 1939 году. Это Вторая мировая? Так. А Великая Отечественная? Гитлера, mm-hmm. да. Но потом, а на этот терен украинский вкрачала Червона армия. Mm-hmm. Ну и были мы первые, то были под оккупацией с того, позже пришла армия Червона вызволила. В 41 году mm-hmm. война... Великая Отечественная началась. Великая mm-hmm. Отечественная, да. Ну и в 1944 году 42. Вкрочила пановні mm-hmm. армія Червона, отец пошел до первой армии, mm-hmm. а я был в партизанце. Ви були, как вы в партизана попали? Ну, попали в партизану, но там были дуже вальки поміж УПА, mm-hmm. бандами тими, УПА и поляками. Поляками, ага. Да. Ну, я работал в электровні. Була електровня, наработавим, бим касьєром, збиравим за, не знаю, чи понімаєте, не знаю, як все сказати. Розкажіть, як є, як можете, так і розкажіть. Ну, то, ну і на тим тле повстало, ну, як сказати вам, як то сказати. Я... Расскажите, вот вы были партизанами, да, сказали? Да. Как вы вступили в партизанский отряд? Как туда пошли? Как ну, узнали? Пошли. Ну, то знали так. Но отец был тоже партизанцем. Он был партизан. Был в АК. Угу. Как отец пошел на войну, угу. на войну, угу. то я мушал бронить этого. Ну, бо банды УПА были. Угу. Банды были, ага. Банды угу. УПА. И, ну, боронились перед ними. И вы туда пошли? И пошли, сами. Так. Вот расскажите про ваш партизанский отряд. Вот, как вы действовали? Что именно сделали? Вот, какие вот моменты вам запомнились? Эпизоды? Ваши действия? Ну, какую эпизоды... пользу вы принесли? Вот, расскажите, пожалуйста. Но партизанка то была... Банды УПА нападали на чем? В ночи. Ночь нападали? Ночь, ага. да. Ну и... Певнились мы как-то, держились мы дежуры.
Дежурили. С оружием. Ну и доходило теж ночом часами до вальк стрелять, одни другие стрелять, но банды УПА подпаляли, как... Это вы были на Украине? На Украине. На Украине. Да. Вы в лесах были, я так понимаю, да? В лесах. Да. Хорошо, вот расскажите, вот как вы с немцами первый раз встретились? С немцами, да? Да, да. Когда вот первый раз вы их увидели, и вот, как все это происходило? Немцами в 1941 году. В 41 году вы виделись? Ага. Да. Где это было, как происходило? Ну, это было как война между немцами и СССР. Да. Угу. Ну, то войска немецкие проходили. Через Украину? Через Украину, угу. Да. Да. Ну, але то это был враг такой настоящий, Гитлер. Mm-hmm. Но не было что кушать за них. Mm-hmm. Ну, что еще, чтобы тут сказать. Вот расскажите, пожалуйста, как вы кормились? Вот как вы, ваше питание в партизанских отрядах? Да. Вам какие-то деревни помогали, поддерживали, или вы сами добывали себе еду, или вот какие-то... Сами добывали. Сами добывали. В лесу. Так. Mm-hmm. Так, сами из того. Но за немцев были картки, так, хлеб. Mm-hmm. Карточки, талончики, ага. Так, 25 грамм хлеба, але то не можно было кушать, бо такой черный был, целковичий не тем. Это немецкие были? Немецкие, так. Да. Ну а потом, как армия червона вышла, то уж дуже давали, помогали. Помогали поляком. Да, mm-hmm. Да, помогали поляком. Już było co kuszać. No i w 1945 roku wyjechałem i przyjechałem na ziemię zachodnie. Mm-hmm. A od 1946 roku w gadu jest Warszawa. Warszawa była. Tak. Вот скажите, пожалуйста, какие моменты войны вам запомнились? Вот какие наиболее такие эпизоды были, которые вот вы до сих пор помните? Вот какой-нибудь конкретный момент, какую-нибудь историю можете рассказать, именно вот с вами произошедшую во время войны? Ну, война, то это, как бы вам сказать, грозный такой-то, не было, брак мне, знаете. Вы говорите, как вам удобно, вы расскажите, мы вас поймем. То, ну, война то это осторожный, но люди гинели и винные, и невинные. Угу, винные и невинные. И винные, невинные. Угу. Как доходило до оружия якісь, угу. На тарчу, ну то все гинели. Угу, и люди винные. Да, да, понимаю. Угу. Так. Ну, немцы брали, понадто немцев было еще брали до лагров. Лагры, ага. Лагров. Угу. Также моя сестра была. Ваша сестра была там в лагре, да, ага. Лагры. А чем она там занималась? Она была там, занималась работой. Работала. В Немчах работала. У немцев работала. А что за работа была? Что за работа была? Ну, она там в войсках, в кухне. На кухне? На кухне. Ее туда в плен взяли? Но злопанки. Забрали всех туда, да. Отвезли туда работать? Да. И в каких условиях вот она была? Вот вы знаете, в каких условиях их там держали? То есть там за ними как их кормили нормально? Ну, кормили, но там давали, але тоже жлеве тего. А по войне выехала до Канады. Ага. До Канады. Уж до Польши не приехала. А, то есть больше не приехала? Больше не приехала. Хорошо, расскажите, пожалуйста, вот вы про Канаду рассказали. Скажите, пожалуйста, интересно, вот вы что-нибудь знали вот во время войны о наших союзниках? О Великобритании, о Соединенных Штатах Америки. Вы что-нибудь знали о них? Вот, что-нибудь можете рассказать о наших союзниках? Об их поддержке, помощи? Ну, знали же мы, але
войне, то не было, брак было ведомости, но знаете, не было информации. Не было информации, ага. Не было информации. Вы не могли получить? Радио не было, нет, радио забирали. Не было. Немцы забрали, было радио, забрали. Но то, что писали, пресса. Пресса, газета. Ага. Газеты, газеты. Ну, але то было неправда, что они писали. Неправда. Немцы. Ага. Немцы писали неправду, понятно. А вы сами видели этих союзников наших? Видели. Вот видели. Как вы их видели в первый раз, где встретили? Вот расскажите, ну, пожалуйста, про вашу встречу. Ну, бы видели, но отец пошел в армию, первую армию, и был в Берлине. Ну, с Берлина приехал, но то оседлился в Польше. В Катовицах. Катовицах, ага. Да. Ну, а я и отец в 1946 году мы хотели приехать в Варшаву, посмотреть, как я воевал. Угу, ну, и так приехавым и заставим. Варшава была знищена, цалковича. А, Варшава была вот... 80% блоков, всё было в Грузии. Понятно, 80% была разрушена. Так. Восстанавливали Варшаву вы или вот какими силами восстанавливали Варшаву? Расскажите, пожалуйста. Как Варшава живет? Нет, вот 80% была разрушена. Так. Как вы ее восстанавливали? Заново строили? Ну, я работал. Работал в Грузии. Вот. Грузии, ага. Грузчиком работал. Грузии, ага. Да, да, Грузии. Ну и а вечером учился. Учились? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот... Как вы относились тогда, во время войны, к личности Сталина? К Сталину как относились? Как был Сталин, так? Да. Вот про Сталина что можете сказать? Ну, Сталин. Ну, Сталин, ну, все говорили, что это был один человек, кто хотел, чтобы Польша достала земли заходней по немцах. Угу. Вроцлав, Щечин, знаешь, понимаете? Да, понимаю, конечно, да. Да. Но. Также то, он был тем, был, что установил в войне, как